В Измаиле состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника и защитниц Украины, Дню украинского казачества. В торжественном зале областного центра национальных культур собрались представители Измаильского пограничного отряда Национальной гвардии Украины, учебного центра морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Поздравить собравшихся с праздником и выразить свои наилучшие пожелания пришли заместитель городской главы Сергей Павухин, первый заместитель главы Измаильской районной администрации Михаил Шарафаненко, заместитель главы Измаильского районного совета Андрей Крышевич, начальник Измаильского пограничного отряда полковник Виктор Луцков, начальник Измаильского районного территориального центра комплектации и социальной поддержки подполковник Сергей Скоробогатько. Все мы знаем, что сегодня у нас обстановка напряженная в стране, и только на вас, защитников, надеется вся страна. Конечно, сегодня мы впервые празднуем этот праздник в таком сочетании защитники и защитниц Украины. За значительные успехи в служебной деятельности, за вклад в развитие учебной материально-технической базы, безупречную дисциплину и по случаю празднования Дня защитника и защитниц Украины, почетными грамотами награждены представители учебного центра морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Капитан второго ранга Илья Тимчук, старший лейтенант юстиции Галина Ходин, капитан третьего ранга Наталья Базарник, капитан-лейтенант Максим Лозовский, главный корабельный старшина Юлия Кивачук, матрос Александр Михалакин. Также почетных грамот от Измаильской районной госадминистрации удостоились представители воинской части А-26-43, старший сержант Валентин Щербина, а также Марьяна Димова, Александра Гуслякова, Николай Семенов, Ирина Яценко. Хочу побажати вам мирного неба і радості в душі в ваших сім'ях. Ви захисники, захисники нашої вітчизни. Ви опора в наших спокійних, мирних, життєвих буднях. Ви опора запоруки і злагоди в наших домівках. Я бажаю вам тільки здоров'я і всього самого найкращого в ваших буднях. Не остались без внимания и представители 17-го Измаильского пограничного отряда имени полковника Александра Жуковского Государственной пограничной службы Украины, старший лейтенант Наталья Белая, старший лейтенант Евгения Чолок и старший сержант Федор Перепелица, а также представители военной части 3058 Нацгвардии Украины, сержант Виктор Суворов, младший сержант Павел Ангелов и солдаты Алексей Лиманский, Тимофей Самилов и Дмитрий Козак. Далее торжественная часть сменилась концертной, в которой выступили солисты областного центра национальных культур Сергей Нейчев, Диана Суровкина, Анна Кулачок, а также народно-вокальные ансамбли «Креатив», «Сударушка» и «Гармония». Праздник получился хоть и небольшим, но очень уютным и искренним, в котором нашлось теплое слово для всех защитников и защитниц Украины, которые сознательно каждый день стоят на страже государственных границ и спокойствия украинского народа в целом.